Искусство Караганды, выраженное в живописи, скульптуре и декоративно-прикладном искусстве, можно увидеть в Шымкенте. Более 100 творений карагандинских художников представлены на обозрение горожан. Среди них есть работы, особенно значимые для Караганды. Здесь представлены работы, например, Андрюка Павла Степановича, это и Крылова Виктора Ивановича, это одни из первых художников Караганды, одни из старейших, одни из первых председателей Союза художников, вот, которые, конечно, в которых, вернее, в их работах представлена историческая летопись вообще становления нашего города. Один из старейших художников угольной столицы Казахстана, заслуженный деятель искусств, привез с собой 26 работ. Свои неполные 70 Мингиш Абулкасов все еще продолжает писать. Художник утверждает, что дня не может прожить без кисти в руках. За всю жизнь Мингиш Мауленович создал более 100 картин. Есть среди них и самая любимая. Есть работа, которая называется «Эх». Я часто бываю в своем Мауле, где я родился. Просто я приезжаю, хожу, смотрю и вижу. Я видел людей простых, они как бы не меняются. Они живут и вот собирают, подбирают все то, что падает с неба. А с неба падают космические детали. Корабли, детали космических кораблей. Они собирают, из них делают заборы, сараи выколачивают. Даже подпирают кривые юрты. Горожане и гости Шымкента посмотреть на творчество карагандинских художников пришли и даже оценили их работы. Любители искусства признаются, что картины и скульптуры, выполненные в ярких красках, навсегда изменили представление шымкентцев о Караганде. Была удивлена, выставка очень понравилась сочностью, яркостью красок. Потому что, казалось бы, Караганда, у нас у всех есть стереотип, что это шахтерский город, что, может быть, он утопает в этих шахтах, может быть, в каком-то... И потом я видела карагандинские работы фотографов, и у меня тоже создавалось впечатление, что город может быть не такой яркий, как мы сегодня его увидели, прозрачным, чистым, очень благородным, потому что там есть городские пейзажи, которые мне тоже сегодня... Мне приглянулась Караганда, мне захотелось съездить в этот город и посмотреть. Всего на выставке представлено 100 работ карагандинских художников. Каждая чем-то зацепила и удивила, делится впечатлением шымкентцы. Гости из Караганды южным гостеприимством тоже остались довольны. А заслуженный деятель искусств Мингиш Абулкасов в конце вечера подарил художественной галерее одну из своих работ. Ксения Поленица, Бахадыр Тажибаев, Кирилл Мачалин, информационная служба телекомпании «Утрар».